Всем добрый день! Сегодня я хочу рассказать вам о том, какую гортензию я посадила летом. Купила достаточно новый сорт гортензии метельчатой и осталась, в общем-то, ей довольна. Был один небольшой побег у этой гортензии. Она очень интересной формы. Интересный цвет имеет. Вначале она, посмотрите, какая белая, с такими немножечко ажурными соцветиями. Некоторые соцветия еще вот только-только начинают цвести, несмотря на то, что уже середина октября месяца. А вот побег, который она выдала первым, этот побег, конечно же, очень красивый, очень такой яркий. Это гортензия Indian Summer. Посмотрите, какая у нее красивая окраска, винный цвет, а макушечка чуть-чуть лаймового цвета. Цветочки у нее не очень крупные, не очень такие плотно набитые, но соцветие приблизительно сантиметров 15, наверное. Листья жесткие, такие достаточно темного цвета, коричневые побеги. Выросла она у меня приблизительно до, наверное, 60 сантиметров. Гортензия очень устойчивая по характеристикам гортензиеводов. Вот, я тоже рекомендую всем эту гортензию. Череночки у меня есть этой гортензии, поэтому у кого есть такая необходимость посадить такую красотку, конечно же, обязательно это сделайте.